Привет, друзья! С вами дизайн интерьера. И как вы понимаете, сегодня у нас обзор двухуровневой квартиры. Квартира небольшая, лаконичная и функциональная. Автор проекта Ксения Иванова. О, Билли! Билли, пойдем покажем интерьер. Ксения, привет! Расскажи, где мы сейчас находимся, что это за комплекс и что это за квартира? Здравствуй, Паш. Это густозаселенный жилой комплекс. Находится он недалеко от Москвы, в Одинцово. Квартира принадлежит молодой семейной паре. Это друзья мои, поэтому это тот случай, когда можно было смело предлагать и ждать реакции. Так как жилой комплекс очень шумный и заселенный, то я решила, что эту квартиру надо сделать максимально спокойной, тихой, без каких-то ярких цветов. Вся квартира в монохроме выдержана. Квартира была изначально вообще без перегородок. Здесь появился вот этот куб, это прачечная. Там появился санузел, и вот выросла эта стена из-за шкафа в гардеробной. Все остальное это было одно большое цельное высокое пространство, которое надо было как-то обыгрывать. Изначально застройщик предполагал, что где-то вот здесь должна идти лестница, которая поведет туда, на второй этаж. Здесь лестница мне показалась совсем неуместной, поэтому я ее перенесла. И плюс мы достроили пространство здесь вот над прачечной, продолжили, чтобы устроить там еще рабочее место. Площадь квартиры очень маленькая, здесь всего 42 квадратных метра. На втором этаже у нас спальня занимает в районе 10 квадратов, и вот коридорчик с рабочей зоной, это примерно 9 квадратных метров. Ксения, слушай, ну такое двухцветное пространство, с ним же работать сложно. С ним работать сложно, но это очень кайфово, когда заходишь не просто в прямоугольную коробочку, и тебе надо вот выжать минимальными средствами из этого помещения что-то. А так как я приверженец минимализма и стараюсь работать какими-то минимальными моментами, то вот здесь сама геометрия помещения уже интересна. И, собственно, я могу себе позволить здесь просто выкрасить стены и не добавлять лишних отделок. Конечно, сложности были, даже в плане отделки. Долго мучились, ну, потому что это и покраска потолка, и покраска стены, вывести эти стены нужно было. Да, элементарно, даже в процессе жизнедеятельности это непростая квартира. Когда мы столкнулись с мытьем окон, мы сразу все поняли. До того же кондиционера обслуживать его, если что с ним вдруг произойдет, будет непросто. Да, обслуживать сложно, но другого варианта нет. Либо это канальная система, но это не позволял бюджет, поэтому мы ограничились бризером и кондиционером. Тише, ребят, не шумите. Тут у нас Билли спит. Давайте начнем с гостиной. Вот эта стена, это единственная вот несущая колонна в этой квартире. А здесь свободная зона небольшая, поэтому мы решили все сделать такой большой диванной зоной. Ну и так как эта квартира маленькая, то здесь в каждом углу мы пытались соорудить места хранения. Поэтому здесь подиум не просто бесполезный, здесь везде по низу ящики. Плюс еще мы зашили сверху радиатор, оставили решетки для конвекции воздуха. Соответственно, образовался такой подоконник и столешка. А диван подозрительно знакомый. Что это за диван? Расскажи. Да, диван – это One Мебель. Очень люблю их диванчики. Отличная альтернатива итальянским. Мне нравится их внешний вид, для меня это важно. А заказчик всегда тестирует в плане удобства. Мне нравится глубокая посадка. Я люблю такие диваны, где можно не просто посидеть, можно полежать. Плюс подложил подушечку, и ты уже сидишь. Ты, кстати, в курсе, что они сейчас уже не One Мебель, а они произвели полный ребрендинг, и теперь они Mononova. Ну, пока я этого не слышала, вот от тебя первый раз. Ну и вообще, да, надо сказать тем, кто не знает, что это ребята из Екатеринбурга. Да, и мне это, кстати, очень нравится, что у нас производственники распределяются более-менее равномерно по России. Вот эти светильнички, кстати, сделали новосибирские ребята. Потолок высокий, надо было как-то что-то с ним сделать, потому что просто точечные светильники в потолке здесь не работают. Мне захотелось таким декоративным элементом запустить на стену и в интересную композицию под углом подвесить вот эти светильники-палочки. Ну и опять же, здесь можно функционально использовать вот этот светильник как бра, например. Здесь мы можем включить вот для дивана конкретно и осветить в целом всю зону.
Наверное, в каждом из нас периодически просыпается желание побыть творческим человеком. У меня есть друг Олег, который рассказывал мне историю своего детства. Он брал лист бумаги, наклеивал его на картонку, доставал гуашь, надевал мамин берет и пытался побыть настоящим художником. Но, глядя на свою мазню, решил, что художник из него не получится, и теперь он юрист. Жаль, что 20 лет назад еще не было универсальных наборов RingString. С их помощью можно создать собственную картину нитью из любой фотографии. При этом рисовать уметь не надо, получится у всех. В комплекте есть все необходимое для картины. Панно с гвоздиками, которых аж 240, нить, крепление для нее, инструкция, подставка для телефона, а коробка превращается в удобный мольберт, который и будет центром созидания. Нужно всего-то взять набор, зайти на сайт RingString, загрузить туда свое фото, чтобы получить персональную голосовую инструкцию, которая шаг за шагом подскажет, как создать свой шедевр. Это именно то, чего так не хватило Олегу. Помимо этого, сам процесс продуман таким образом, чтобы получить максимум релакса. Под медитативную музыку голос диктора называет сектор и номер гвоздика. B57. А вам остается только расслабиться и творить собственный уникальный арт. В голосовой инструкции можно настроить скорость, голос и фоновую музыку. И теперь у нас есть портрет настоящей Моны Лизы! Мало того, что за созданием портрета вы медитируете, наслаждаясь процессом, вы еще можете сделать прекрасный подарок своему близкому человеку, у которого довольно часто уже все есть. Не ломайте голову насчет подарка. RingString уже все придумал за вас. Понравится всем. Ведь получатель сам выберет, какое фото хочет видеть на картине. Еще и получит удовольствие от процесса. Картина получается 50 на 50 сантиметров и за счет монохромных цветов впишется в любой интерьер. Приготовьтесь к вопросам от гостей. Заказывайте наборы RingString по ссылке в описании и не забудьте в корзине ввести промокод, который даст скидку 15%. И привет, Да Винчи! Вообще, это как бы ТВ-зона, да, предполагалось изначально? Ну, изначально вообще как таковая ТВ-зона здесь не нужна была. Мы все-таки предусмотрели здесь розетки под телевизор за тумбочкой. И когда-нибудь здесь телевизор вполне возможно, что встанет. Ксюш, а как так получилось? Я вижу, что одинаковая ткань и на диване OneMebель, и на заказных вот этих подушках. Это тоже они выполняли? Нет, но они нам дали артикул ткани, мы нашли такую же и заказали уже подушки четко по размеру нашего подиума. Что за материал? Вот это вот на этой стене, что это за панели? Здесь МДФ шпанированный. Мы решили эту стенку закрыть, потому что здесь диван, чтобы никто не терся об эту стенку, она дольше прослужила. Стол тоже выполнен из шпона, чтобы это все соединилось в одну цельную систему. И цвет тоже я подбирала для шпона, чтобы он дружил с цветом паркетной доски на полу и здесь в кухне на потолке. На полу и на потолке это одна и та же доска, одна да? Одна и та же доска, да. Оттенки играют, конечно, ну, потому что в разных плоскостях. Кухня у нас тоже вся в бежевых оттенках. Здесь сложность была в том, что надо было цвет фасадов, цвет столешки, все это подогнать друг к другу. По функционалу она достаточно простая. Здесь подмойка единственная, здесь просто чистящие средства и фильтр стоит. А мусорные ведра мы расположили в соседнем ящике, потому что хозяевам мало стандартных. Мы поставили такие высокие и с возможностью разделения. Мойка здесь из нержавейки, это Амайкири. И смеситель с двумя изливами для проточной воды и отдельно для питьевой. Столешница – это искусственный камень. И здесь на фартук мы тоже пустили его же, чтобы все смотрелось монолитно и с аккуратными стыками. Дальше у нас идет секция с посудомойкой и выкатные ящики. Здесь ящик с приборами. И здесь внизу модуль под крупногабаритные кастрюли, сковородки. Над раковиной у нас сушка для посуды. И следующий модуль – это хранение посуды. В этой секции встроена вытяжка, поэтому здесь не очень много пространства, но что есть, мы постарались использовать. В этом месте у нас хитрая конструкция в связи с тем, что изначально здесь шли коммуникации. Мы их зашивали в короб, но там, где можно было втопиться к этим трубам максимально близко, мы там устроили вот эту нишу. А дальше уже пошел кирпич от короба, и, соответственно, здесь уже глубокий шкаф не получился. Он здесь всего на
28, по-моему, сантиметров, неглубокий, но тоже удобный для хранения. А зеркало просто расширяет пространство? Да, зеркало просто, чтобы немножко разбить и добавить вот отражение из окна. Ксения, а материал фасадов здесь это что, пленка? Это пленка, да. Дальше у нас комплекс из духовки, микроволновки. Здесь распашная дверца. У нас сверху тоже распашные дверцы для долгосрочного хранения. И здесь у нас встроенный холодильник и встроенная морозилка. Собственно, вот все сделано по принципу необходимого и достаточного. Это стульчики Caligaris, пластиковые, но такие достаточно удобные. Ну и стол — это на заказ. Он с одной стороны упирается на ногу, а с другой стороны вмонтирован в эту колонну несущую. Ксения, а на стенах здесь покраска? Да, здесь покраска. Мы красили краской глюк даруфовской. Я ее выбрала, потому что покраски здесь много, и надо, чтобы это все легко чистилось, мылось. Глюковская краска, она через 7 дней после нанесения образует такую пленочку, которую можно мыть, чистить прям даже абразивными средствами и химией. Сейчас мы находимся, собственно, при входе в квартиру. Расскажи, что у нас тут есть. Здесь у нас напротив входной двери встроенный шкаф для верхней одежды, гостевой санузел. И здесь вход в подлестничное пространство. Мы там организовали прачечную. Ванная маленькая по площади, но мы попытались раскрыть пространство, добавив побольше зеркал. А далее у нас идут шкафы встроенные, неглубокие, с фасадами из крашеного МДФа. Здесь у нас места хранения с полочками. Здесь все от нажатия открывается. В этих ящичках, в этом конкретно, у нас спрятана задняя стенка. Здесь есть доступ к счетчикам для воды. Здесь оставили нишу открытой. Я не очень люблю, когда крепят держатели для туалетной бумаги, и часто стараюсь делать какие-то небольшие нишки, шкафчики рядом с унитазом, чтобы можно было просто поставить ёршик, поставить бумагу. Полотенцесушитель термо, да, узкий, но опять же, потому что место больше не позволяло. Но здесь его достаточно вот для этого функционала. Здесь мы решили сделать ванную, а душ на втором этаже, так как чаще его принимают при спальне. Спальня у нас наверху, поэтому и душ рядом. Здесь ванная как альтернатива. Из света есть центральный и легкая подсветка. Можно центральный выключить и оставить просто подсветочку. А здесь мы организовали прачечную. Не совсем обычное пространство, потому что у нас надвинута лестница на это помещение, поэтому здесь такая стенка со ступеньками. Но все равно есть возможность поставить стеллаж, корзина для белья, стиральная машина, сушка для белья и здесь отпариватель. Все необходимое здесь предусмотрели, но опять же без каких-либо лишних элементов. А лестница, она сюда немного зашла, по какой причине? Мы хотели сэкономить пространство. Здесь вот такие чистые потолки нам не обязательны, поэтому мы лестницу специально задвинули, чтобы сделать гостиную побольше. Но задвинуть сильнее мы не могли, потому что выше у нас идет зона кабинета, рабочая зона. Ксения, вот мы добрались до лестницы. Лестница, как правило, самый сложный и, можно сказать, дорогой элемент в интерьере. Расскажи про него. Да, здесь тоже хотела лестницу сделать таким арт-объектом в этом простом, таком лаконичном пространстве. И да, хотелось бы ее заранее удешевить, зная, что лестница обычно дорого выходит заказчикам. В том числе и поэтому я решила делать ее металлической, из готового перфолиста. Ну, немножко мы не угадали, конечно. Не все, что с виду просто, стоит дешево. В эту лестницу тоже пришлось вложить достаточно. Хотели там 150-200,
а получилось примерно 500-600. Саша, расскажи о технических подробностях и о сложностях, как реализовать вообще такую лестницу. Главная задача была сделать лестницу максимально воздушной. Эту лестницу делали в несколько этапов, то есть на производстве из 0,8 листа делали отдельно каждую ступень. Сделали алмазное отверстие и уже здесь на объекте сваривали по внутреннему шву. Вес одной ступени порядка 50 килограмм. То есть даже если бы мы собрали бы как бы три ступени, а здесь они уже пошли дальше, вес был бы 200 килограмм. И занести это на 19 этаж, на лифте даже, ну, было бы проблематично. И потом монтировать это минимум там 6 человек. Она у меня в качестве образца стоит в офисе. Любой желающий может прийти ее поднять и почувствовать. Чтобы убрать с той стороны видимый косаур, мы поставили все это на лист железа, в котором как раз вырезали отверстие идеально под наши ступени. Дальше пошли как бы забежные ступени, они уже больше, они уже тяжелее. Здесь уже лист железа у нас прибит к стене, и на нем уже лежат вот эти вот ступени. Здесь никакого поддерживающего как бы основания нету. Вес лестницы распределяется здесь по центру, здесь к стене. Там у нас как бы упоры стоят уже в перегородке. И часть ступеней, как мы помним, у нас они заходят даже часть туда. Часть ступеней заходит в кладовку. Как раз из-за этого мы сделали часть как бы перфорированной, а часть сплошняком, чтобы со стороны гардеробной не было видно, кто идет по лестнице, не было видно, что делается в гардеробной. Здесь главное было требование дизайнера, чтобы лист гипсокартона, перегородка не подходила вплотную к ступеням. Здесь как раз был сварной шов. Этот сварной шов зачистили, замазали шпатлевкой автомобильной и потом покрасили. А это просто перфолист? Да, это перфолист. Причем мы трубу 20 на 20 разрезали пополам. В нее ставили вовнутрь наш перфолист и потом уже прихватили его маленькими прихватками, чтобы он не держался. Когда все это дело собрали, поняли, что очень хлипкое. Поэтому было принято решение еще доварить как бы одну трубу 20 на 20 с внешней стороны. Это нас позволило сделать более удобный хват и появилась жесткость. Дальше еще из особенностей. У нас получается до половины лестницы идет перегородка, там мы ее опираем. А здесь перегородка, и она идет не до потолка. И нужно было, чтобы она у нас держалась. Перекрытие где-то идет на этом вот уровне, а дальше свободное все. Также было применено железо. Также вырезано по ступеням здесь и там. Как вам удалось попасть вот этой вот ступенью четко в уровень потолка? Изначально, когда собирали именно с пола, все размеры были выверены, а в металле у нас там отклонение даже 2 мм уже считается критичным. Поэтому ту ступеньку мы как бы вышли в нужный уровень и собирали потолок уже как бы относительно того. Ширина ступени и высота здесь какая? Здесь чуть выше, чем по нормам, но это допускается в жилых помещениях, это не общественное помещение. Подниматься не на 150, а там на 170, там на 200 там и так далее. Не стали здесь продолжать ограждение, а ограничились панелями из МДФ, чтобы они переходили в стол. И, собственно, все, лестница защищена. Здесь рабочее пространство, но оно рассчитано на двоих, поэтому стол длинный. Там есть тумбочка для хранения, шкаф с распашными дверями для документов, например. Он там не глубокий, там опять же шли коммуникации, поэтому глубина шкафов здесь отличается. Это видно вот по этим встроенным нишам. А дальше уже короб позволил, там мы сделали более глубокие секции. Здесь мы сделали теплую подсветку. Вот этот цвет вообще потрясающе смотрится и при дневном свете с таким холодным оттенком и ближе к серому. А включаешь теплый свет, и это вообще совершенно другая обстановка. Это все, это те же самые пленочные фасады, как мы видели в кухне. Здесь за ними прячутся шкафы. А на втором уровне, соответственно, здесь уже у нас не доска, а ковролин, да, как в приватной зоне? Да, здесь у нас только спальня, поэтому мы вполне себе можем позволить уже какое-то мягкое, удобное покрытие. Поэтому, да, мы постелили ковролин. Здесь мы не стали строить никаких перегородок, так как в квартире живет всего два человека. Нет смысла закрываться, прятаться. Поэтому здесь продолжаем вот этот перфолист для безопасности. И если захочется какой-то приватности, можно тюль отодвинуть вот в эту специально сделанную нишу и немножечко перекрыть пространство, хотя бы просто зрительно. Дальше у нас вот открывается пространство спальни. Кровать мы не стали здесь сооружать, хотя, в принципе, есть возможность, ее в любой момент можно поставить. Но мы с хозяевами так дружно решили, что в этом есть какая-то фишка. Абсолютно открытое, простое пространство, без лишних наворотов. Здесь мы можем закрыть окно полностью шторой, создать такую интимную обстановку. Ну, либо просто ранним утром спрятаться от солнца. И как раз вот при таком
мягком освещении можно уже включить подсветки и показать, как цвет стен играет с теплой подсветкой. Так как здесь стены все просто в однотонной покраске, была возможность здесь сделать такую нишу небольшую, плюс она переходит еще в нишу на потолке. И здесь тоже, ну опять же, в связи с тем, что здесь встроены коммуникации, которые вот с кухни идут и выше, здесь тоже была возможность чуть-чуть углубиться и встроить сюда такой стеллажик небольшой. И здесь наклеили зеркало, чтобы отражался естественный свет и было ощущение такое продолжения пространства. Этот санузел уже при спальне, поэтому здесь мы планируем поставить стеклянное ограждение и доделать душевую кабину. А с этой стороны интересная раковина. Здесь у нее дверца, она открывается, и там еще система хранения. А так внешне она выглядит как будто один такой сплошной монолитный объем. Ну вот мы посмотрели всю квартиру, и я в заключение хотела бы сказать, что вот на таком примере хочу показать, что дизайн не должен быть сложным, все можно сделать просто, лаконично, и интерьер не будет смотреться при этом скупо, он будет смотреться стильно и дорого. Мне интерьер очень понравился, получилось очень здорово, Билли тоже в восторге. Ребят, пишите, как вам интерьер, ссылку на студию Ксении и на всех производителей по традиции оставим в описании. Пока-пока. Пока.